Я это воспринимаю просто как затягивание процесса. Мы пришли не для того, чтобы правки, которые абсолютно одинаковыми являются по сути, просто переставлены запятые словами, ставками. Это ведь правда. Вы можете взять, посмотреть сравнительную таблицу, но это смешно. Есть у нас монолитность. У нас абсолютно нормальная, здоровая монолитность. А возможны ли досрочные парламентские выборы? Приветствую зрителей Политека Онлайн. В студии Инга Мизерия, Артем Культенко, замглавы фракции «Слуга народа», гость нашей студии сегодня. Здравствуйте. Добрый день. Артем, ну мы все наблюдаем, как уже не первую неделю рассматривают закон о рынке земли. Вы член регламентного комитета, более того, замглавы регламентного комитета. Вот расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще эффективность работы Верховной Рады и как долго будут рассматривать этот закон? Как долго будут рассматривать закон, время покажет, но все мы наблюдаем за тем, что происходит в Раде. Это, по мне, пустая трата времени. Есть основные противоречия или замечания к законопроекту о рынке земли, которые были уже услышаны всеми фракциями, включая нашу фракцию. Эти замечания в большинстве были учтены. Вот. А на сегодняшний день я это воспринимаю просто как затягивание процесса и понимаю, почему так произошло. Назовем так, оппозиционные силы к нашей фракции рассчитывали на то, что мы пойдем не по закону, мы пойдем не по регламенту, что мы не будем эти правки рассматривать в сессионном зале, что это будет какой-то с нашей стороны беспредел, но они ошиблись. Мы решили пойти. И изначально у нас были такие намерения идти по закону, по всем правкам, пожалуйста, вносите 3000, 3, 4, значит 4. Хотите потратить время, ну от этого страдает, конечно, страна. Вы сами понимаете, несложно голосовать за ту или иную правку, но страдает народ, который ждет каких-то важных там моментов именно через сессионный зал. Будут ли слуги народа поддерживать хотя бы одну правку, которая из этого перечня там 4000? Мы этот вопрос, я лично свою позицию озвучу, обсуждали на комитете. И на комитете все правки, которые поддержаны комитетом, конечно, наша фракция будет в том числе поддерживать. И я смотрел на голосование моих коллег в зале. Многие из них поддерживают правки, которые авторами которые являются там оппозиционные депутаты. Но хочу очень важный момент подчеркнуть, что из-за того, что оппозиционные депутаты рассчитывали, что мы пойдем не по регламенту, они не думали, что придется им все эти правки зачитывать и круглосуточно, или вернее целый день что-то комментировать и рассказывать. Для них это на сегодняшний день болезненный момент. Я думаю, что они соберутся каким-то образом своими силами и мыслями и постараются это как-то упростить, дабы Верховная Рада не страдала просто от этого. Потому что сегодня я это называю просто страдание в том плане, что мы не принимаем важных каких-то вещей. Но Дмитрий Разумков, он говорил, что вообще до апреля может затянуться это. Может затянуться до апреля. Есть среднестатистический подсчет, сколько уходит в среднем на одну правку. Примерно 1,5–2 минуты. Таким образом, да, мы можем с вами сделать расчет, сколько нужно будет, до какого времени голосовать. Но опять же, здесь может быть внеочередная сессия, к примеру, вам говорю, здесь может быть продление заседаний до глубокой ночи и так далее и тому подобное. Сейчас, опять же, многие говорят, что это выгодно там, не только оппозиции, которая там вроде показала, что действительно там к ней нужно прислушаться и идти по закону, но и, собственно, президенту, слуге народа, потому что тогда можно не принимать вот эти вот все сложные и спорные вопросы по Донбассу к встрече в нормандском формате. Нет такой позиции, это неправда. У нас наша фракция точно не рассчитывает на затягивание процесса в Верховной Раде. Это мы пришли не для того, чтобы правки, которые абсолютно одинаковыми являются по сути, просто переставлены запятые словами, ставками. Это ведь правда. Вы можете взять, посмотреть сравнительную таблицу, но это смешно. Там, по сути, 5 вопросов, которые просто переставляются слова в большой координации и в нескольких количествах депутатов, которые подавали эти правки. Поэтому мы не заинтересованы в затягивании процесса нигде. Мы люди откровенные, если бы нам это было выгодно, но
поймите, много способов сделать это по-другому. Но мы не являлись ни авторами, ни теми людьми, которые настаивают на этих правках. То есть мы видим, кто конкретно это делает. Я никого не обвиняю, это просто факт. Неполный зал во время рассмотрения правок. Как вот в отношении закона, который был вами проголосован, высчитывание и заработных плат за неголосование, за прогулы? Насколько это повлияло на депутатов? И как, на ваш взгляд, вообще чем они сейчас занимаются, те, кто не ходит? Не соглашусь с вами. Зал, может быть, не все сидят на своих местах, но голосовать ты можешь на любом месте, имея карточку и вставив ее в том месте, где ты голосуешь. Поэтому по количеству депутатов мы видим регистрацию, мы видим голосование, зал полный, ну, в достаточном количестве. Ну, просто люди сидят не на своих местах. Голосуют, потому что, да, действительно, от этого зависит начисление средств на выполнение депутатских задач. Как сильно поменялось и вообще, насколько влиятелен офис президента на партию «Слуга народа»? Как вы почувствовали изменения, когда ушел Богдан и пришел Ермак? Мне с этим очень просто, потому что я со всеми людьми пытаюсь нормально коммуницировать. И, слава богу, вроде это получается. На меня лично это никак не повлияло. Это не мое решение, поэтому я не вправе его комментировать. Общение у меня и с одним, и с другим Андреем абсолютно нормальное, рабочее. Мне от этого стало не хуже, не лучше, лично мне. Но вас, президента... в принципе, связывают именно, что вы ближе все-таки к Андрею Ермаку и группа депутатов, которая на вас ориентируется. Смотрите, меня связывали со многими. Связывайте меня лучше с президентом, и это будет намного правильнее, потому что это действительно так. Привязывать меня к какому-либо там, группе влияния или каким-то депутатам — это неправильно. Нету никаких абсолютно оснований так делать, нету никаких предположений, это можно проследить везде. Давайте будем проще смотреть. Есть голосование за тяжелые законопроекты, где все-таки иногда коллеги наши высказывают свою личную принципиальную какую-то позицию, да, не командную, и голосуют как-то вразрез. Меня вы не найдете ни одного такого голосования, где у нас было консолидированное мнение с президентом, и я проголосовал как-то вопреки. Такого нет. А другие группы влияния вы видите? Можете назвать, кто влияет и поскольку человек в этих группах? Это все ситуативные какие-то моменты. Не надо это обобщать и прям вот клеить людям какое-то клеймо. Если я лично, ну я отвечу все-таки за себя, если я знаком, ну, простите, со многими людьми, но это же не значит, что я у всех у них нахожусь под влиянием. У меня влияние абсолютно на меня никто не оказывает. У нас есть команда, с которой я пришел, с которой я работаю. И на сегодняшний день я воспринимаю офис президента, кабинет министров, Верховный Совет, Верховную Раду именно таким образом, в том состоянии, как она сегодня находится. Сегодня эти все люди принимают участие в процессе, я обязан с ними вместе работать. Если будет кто-то другой на их месте, значит, я буду работать с ним. Если меня не будет, они работают без меня. Все просто. Для меня. «Слугу народа» чаще всего называют проектом, а не партией. Но вы член Высшего Совета партии «Слуга народа», вы участвуете в партийном строительстве. Все-таки на данном этапе это уже партия или все еще проект? Я не слышал слово «проект». Мне тяжело так сказать. Я это отношу это как к партии. Абсолютно нормальная, трезвая, новая сила со своими взглядами, со своими непохожими ни на что намерениями. Я к этому нормально отношусь и не вижу в этом. Какое клеймо бы там ни приклеивали, все равно это останется партией, а не там проектом или не проектом. Ну, просто смотрите, за то время, что партию мы знаем еще до парламентских выборов, там Руслан Стефанчук сказал «либертарианство», да, и все как-то начали пытаться объяснить, что ну да, как бы, ну не совсем, и сложилось впечатление, что Руслан Стефанчук не согласовал свою позицию по поводу либертарианства с остальной партией. А потом начали говорить, что у нас мы все-таки вот туда вот в социализм идем, да. А сейчас уже, то есть еще там полгода или сколько партия только в Верховной Раде, уже третий раз теперь украинский центризм. Поскольку постоянно что-то меняется, складывается впечатление, что как бы ни понимания, ни структуры нет. Давайте я свою точку зрения объясню. Смотрите, у каждого, это еще мы уже с вами на эту тему говорили, у каждого
депутата, в том числе и у Руслана, и у любого другого, есть своя точка зрения. Вот он в данный момент что-то увидел таким образом, он это озвучил. Я в этом ничего не вижу плохого. Если я озвучу другую позицию свою, это вообще для меня ничего не значит. Я просто озвучиваю свою позицию. Мы не хотим ставить себе какие-то рамки для того, чтобы как-то правильно или неправильно называться. У нас цель — делать изменения. Да? То есть то, с чем мы шли на выборы, и президент шел на свои, в своей кампании, и парламентские выборы, да, мы с чем-то шли, мы хотим это все реализовывать. Как мы будем называться, я бы все-таки к центризму больше прислушивался, потому что это действительно, у нас не задача кого-либо поддерживать, а задача все-таки, несмотря ни на какие обстоятельства, сделать изменения в стране. Что касается вообще количества людей в партиях, насколько сейчас активно все еще хотят быть членами вашей партии на местах, потому что мы понимаем, что там опросы, там вначале было очень много поддержки, потом она колебалась, там закон о земле, вот как это влияет? Мы делаем очень много каких-то шагов, которые принято называть непопулярными, мы этого не боимся. Я не думаю, что у нас упала прям такая сумасшедшая поддержка, которая была изначально, да. В каких-то рейтингах, возможно, это произошло, но это не значит, что те люди, которые нас поддерживали раньше, на сегодняшний день стали поддерживать, ну, условно, в парламенте, там, по парламентским меркам, наших оппонентов. То есть эти люди могут быть какими-то неопределившимися, эти люди могут наблюдать дальше все же за теми вещами, которые мы стараемся сделать. Поэтому, если касаться рейтинга, то это цифры одни. Я честно вам скажу, не смотрел там последние там рейтинги. Все, что касается количества людей, которые хотят попасть в партию, мне тяжело судить, как было это раньше, потому что я раньше этим не занимался. Но на сегодняшний день у меня телефон, я не знаю даже какого цвета, с миллионом резюме, что-то люди пытаются слать еще по старинке, рассказывать, что вот мы лучшие, мы хотим помогать, мы хотим это делать без всяких, безвозмездно, назовем так, что немаловажно для меня лично, да. Мы хотим просто быть полезными. Для меня это, да, я не могу, скажем так, удовлетворить запросы всех этих людей, но для меня это большая поддержка. Идут местные выборы, и партии уже начали к этому готовиться. Есть такие партии, например, как «Батьковщина», у которых там уже испокон веков есть свои ячейки, есть свои там проверенные люди, многие из них уже многократно там побеждали на своих округах, в своих там городках. Сейчас «Слуга народа» впервые пойдет на эти выборы. Насколько вы готовы? Да мы всегда готовы. Я считаю, точно так же готовы, как и на президентских выборах, точно так же, как и на парламентских выборах. Мы к этому готовимся, как любая нормальная партия. У нас есть уверенность, у нас есть свои те люди, которые хотят с нами быть, мы уже проговорили это и в партии, и подставлять плечо в любом виде, скажем так. Поэтому да, мы готовимся, мы разрабатываем стратегию. Я сегодня не готов вам выплеснуть, скажем так, какие-то ноу-хау, факты, да, которые там у нас не утвержденные. Но в ближайшем будущем все эти вещи мы сделаем максимально публичными, максимально понятными, что, как, с чем, по какому портрету мы идем, как мы будем подбирать людей, как мы будем их собеседовать, что этот человек должен достичь для того, чтобы быть с нами, да, в своей жизни. Ну, то есть вот эти все рамки мы обязательно обозначим, они будут абсолютно прозрачными, потому что на сегодняшний день, так же, как и видно было это по Верховной Раде, мы не устраиваем там друзей, знакомых и так далее и тому подобное. Мы все-таки хотим довольно-таки большое количество подключить людей, которые, назовем так, не профессионалы в политической сфере, но те, которые достигли своих личных каких-то побед в жизни, неважно, чем они там до этого занимались. Я думаю, что принцип будет очень похож на, вот, на парламентский выбор. Просто, ну вот так вот, я понимаю, вы были там руководителем штаба в Киеве, вы понимаете, как это все делается там на президентских, на парламентских. Что касается местных, просто в Украине такая традиция, что на парламентских выборах в основном ориентируются все-таки на партию, на бренд, на то, что они будут поддерживать в Верховной Раде голосовать. А на местных выборах, и чем меньше населенный пункт, ориентируются на тех людей, которых они знают, которыми они доверяют, с кем они ходили в школу. То есть вот такой момент, что мы не знаем,
знаем, кто этот мажоритарщик, ну, там такого быть не может. И вот здесь получится ли у вас отказаться от каких-то, ну, скажем так, ну, не то чтобы там старых политиков, не по возрасту, а тех, кто уже до этого был в политике? Ну, давайте посмотрим, получится или не получится со временем. Мы на это нацелены, и у нас не стоит задача на людях ставить какое-то клеймо. Если этот человек принадлежал или не принадлежал, кстати, тоже важно, к той или иной политической силе, и он добился действительно каких-то вещей, которые и народ его поддерживает, ну, глупо было бы от этих людей отказываться или там каким-то образом с ними не сотрудничать. Потому ведь так было на парламентских выборах. Совершенно верно. Но, понимаете, нам нужно еще не только под своим, назовем так простыми словами, флагом людей, чтобы они выиграли, помочь им, а нам нужно понимать, с кем мы дальше будем там работать. Ну, на местных советах, на сельских советах, в ОТГ и так далее и тому подобное. То есть давайте не клеить людям политические какие-то вещи, а давайте просто будем смотреть, что они, чего они достигли. Если этот человек там всю жизнь воровал, там удовлетворил там всю свою семью, и все остальные люди остались, назовем так, за бортом, ну, неправильно было бы его поддерживать в нашей политической силе. Если этот человек достиг каких-то трезвых вещей, а до этого принадлежал какой-то другой политической силе, для меня он точно не враг. Вот вы член Высшего совета партии, так? И мы знаем, что, например, такие люди, как Александр Дубинский, да, они, например, стали членами партии, потому что, как он сам говорил, он хочет иметь влияние там на местные выборы. Мы видим, что, в принципе, вот там часть фракции вошла в партию, да, а часть фракции не вошла. Видите ли вы монолитность вот среди, скажем так, партийцев, которые являются сейчас действующими депутатами? Я с вами чуть-чуть не соглашусь. Смотрите, нету такого, что часть вошла, а часть не вошла. Это просто временной процесс. Мы это запускаем через, как мы любим говорить, диджитализацию. И, соответственно, могут быть какие-то задержки по времени, когда человек... Кто изъявит желание, да, все станут членами партии. Александр Дубинский не является исключением. Ну, точно так же написал заявление, вы можете вступить в партию. Любой человек может написать заявление и вступить в партию, в принципе, это его законное желание. Ну, я просто о том, вот насколько сейчас, да, монолитность внутри партии парламентской, парламентской части, и насколько это может влиять на местные выборы, потому что если этой монолитности нет, да, то и на местных выборах начнут там перетягивать одеяло, и вот насколько это будет играть и на партию, и вообще на народ. Есть у нас монолитность. У нас абсолютно нормальная, здоровая монолитность. Я это вижу не по картинкам из новостей и не по слухам, а я это чувствую каждый день. Ну, хочешь не хочешь, ты общаешься практически со всеми депутатами нашей фракции, со всеми людьми, которые были в нашей команде. Вот такого кардинального, как нам пытаются там навязать, раздора у нас нет. Да, есть у каждого человека свое мнение, он может отстаивать ту или иную позицию, но это не значит, что мы не монолитны в целом. Ну, знаете, такой вопрос, который постоянно возникает там в эфирах, а возможны ли досрочные парламентские выборы? Если для этого есть законные основания, возможно все. Если мы будем трезво оценивать ситуацию, я вам скажу свое мнение, вряд ли это принесет какую-то вот пользу и кардинально что-то изменит. Готовы работать дальше? Я активно? Готов. В турборежиме? В турборежиме. У меня он не заканчивался уже сколько? Года полтора, наверное. Да, были там понедельки, передышки какие-то, все. Артем, большое спасибо. Артем Культенко, замглавы фракции «Слуга народа», народный депутат Украины, был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политека онлайн. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые видео. До свидания. До свидания.